Кульноутса есть два отличных варианта Косатогари, которые он использует против соперников в обоюдной стойке. Первый вариант – это принцип липкой ноги. Он говорит, что липкая нога Косатогари особенно эффективна, когда соперник принимает экстремальную позицию. Это действует на основе заманивания соперника в ловушку на его движении, когда он пытается уйти от вас. Идея заключается в том, чтобы получить реакцию от вашего соперника, перемещая его к себе. Его естественной реакцией, инстинктом, будет отстраниться от вас, и когда он это сделает, то создаст импульс в противоположном направлении, который затем будет совмещен с вашим движением для использования в ваших интересах. Липкая нога означает, что вы ловите ногу соперника своей ногой, сохраняя контакт, когда вы выводите его из равновесия, в отличие от действия срезания в классическом косатогари. Против соперников, которые являются левостоечниками, но выходят правой ногой вперед, Оуэнс использует медвежий захват при выполнении косатогари. Он делает это протаскиванием, вынуждая их встать в необходимую позицию, которая вызовет реакцию и возможность выполнить бросок. Протаскивание – это диагональный захват за рукав, и в то же время это большой шаг, который делается в тот момент, когда соперник отступает назад, что делает эту технику успешной. Далее Оуэнс разберет и научит вас всему, что вам нужно знать об этих двух прекрасных вариантах косатогари. Полные версии этих и других обучающих видео смотрите на Superstar Judo.